Здравствуйте, дорогие зрители, я рад приветствовать вас на моем канале. Пословица в лучших традициях Apple. Новая прошивка, новые проблемы. С выходом iOS 17.4 при замене аккумулятора с обманкой JCID на свежих моделях не сбрасывается счетчик циклов в памяти iPhone. Даже если вы подключали не оригинальный аккумулятор. Но очень не хочется компании Apple, чтобы их продукцию чинили неавторизованные сервисные центры и получали за это деньги. Вот это поворот! Подпишитесь на канал и смотрите внимательно. На данный момент решение проблемы следующее. Делаем резервную копию данных и прошиваем смартфон через программу Trio Tools. Обязательно поставьте галочку «Fix Battery Health». На будущее, перед согласованием замены аккумулятора, проверяйте версию прошивки iPhone. Это касается моделей, начиная с iPhone XS и более новых. Если версия прошивки ниже 17.4, то смело меняйте ячейку со сбросом циклов и переносом оригинального шлейфа. Прошивать не нужно. Если версия iOS 17.4 и выше, то обязательно предупреждайте клиента о том, что нужно прошивать смартфон, чтобы счетчик циклов сбросился. Создание резервной копии большого объема данных занимает много времени, больше, чем замена аккумулятора. И не забываем про банковские приложения, которые удалили из App Store. Это отдельная проблема, которая не решается резервным копированием через Trio Tools или iTunes. Итак, телефон прошился. Давайте зайдем в настройки, посмотрим текущую версию iOS и емкость аккумулятора. Версия iOS 17.4.1. Теперь давайте вернемся назад в настройки, аккумулятор и посмотрим емкость. Максимальная емкость 100%. Это все, что я хотел рассказать вам в данном видео. Если вам понравился данный ролик, возможно, понравятся другие ролики на моем канале. Подсказка сейчас появится на экране. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. До встречи в новых видео.